Російська Федерація планує там до 2 мільйонну армію сформувати стратегічні резерви. Це чергова хвиля мобілізації. Як на це відреагує місцеве населення? І окрім цього, анонсують і дуже багато в інформаційному просторі поговорюють про черговий широкомасштабний наступ з новими силами, так би мовити, з боку Росії на територію України. Що ви думаєте з цього приводу? Та чи доживе Путін в таких умовах до квітня, на який час анонсують в принципі ці події? Я думаю, что это, к сожалению, правда, и я думаю, что вам надо готовиться к этому очень серьезно, самым серьезным образом. То есть самое главное на войне – это всегда недооценка противника. Нельзя недооценивать противника, нельзя говорить о том, что, несмотря на то, что Россия отступила из Харькова, из Херсона, это значит, она уже побеждена. Нет, вы выиграли победу локальную на юге и на севере, но война продолжается. Очень сильные бои в Солидарии и в Бахмуте. И Россия готовит, безусловно, новую волну мобилизации. Путин, кстати, мобилизовал не только генералов на эту глобальную войну, но он мобилизовал и всю экономику, перестроил на военные рельсы. То есть сейчас запускается очень сильно военно-промышленный комплекс. Путин создал специальную комиссию во главе с премьер-министром, который обеспечивает логистику этой войны, производство боеприпасов, производство оружия. Да, у России проблемы. Да, у России не хватает электроники, но железки у России есть, и порох у России есть, и по этому поводу они будут мобилизовываться. Сейчас военные заводы работают в 3 смены, как во время Великой Отечественной войны. Сейчас с военных заводов, кстати, запрещено мобилизовывать, то есть там люди считают, что они работают на фронте. И Путин готовится, конечно, к наступлению. И, кстати, вот эти назначения ничего хорошего не обещают, потому что сейчас зима, сейчас грунт промерзает, и сейчас можно пускать танки, тяжелую технику. И, в общем, сейчас будет, мне кажется, в ближайшие 2 месяца на фронте будет жарко.